Этот двор по адресу Фадеева, 53, ремонта не видел около 2 десятилетий, говорит Любовь Сергеева. В ее доме около 500 жителей, и все они мечтают о комфортном и благоустроенном дворе с освещением, газоном, парковочной зоной и детским комплексом. Вот когда нет детской площадки, и детей не видно. А когда получается детская площадка, то и уже детей много. Мы провели собрание, собрали подписи, оформили документы, бегали. Ну, в общем, сдали в 2017 году в администрацию. Вот в 2020 году нам благоустраивают наш двор. Ну, очень замечательно, что благоустраивают не только наш двор, но и всю территорию. Здесь вот и здесь будут делать парковку, и за домом, что очень важно. Дворы вблизи домов номер 53, 55, 57 на улице Фадеева приводят в порядок по федеральной программе формирования комфортной городской среды. В июле сюда заехала строительная техника и начались ремонтные работы. Все обговаривалось с администрацией, с жильцами. Выходили, разговаривали, прислушивались, где-то какие-то изменения вносили. Сейчас работы в полной стадии. Парковочные места появились дополнительно благодаря желанию и инициативной группе жителей, которые выходили, просили добавить, да. Уже 1 сентября этот двор будет не узнать, обещают строители. Работы предстоит немало. Одних только проездов, которые нужно заасфальтировать, 5000 квадратных метров. А еще нужно проложить пешеходные дорожки, установить бортовой камень. Появятся здесь и парковки, которые позволят разместить до 150 машин, и современная детская площадка. Нашему микрорайону уже 50 лет. Даже если давным-давно построены дворы, и другие были нормы, и те качалки там и карусельки, которые были построены, их давно уже нет в помине, но активные жители, только они могут, подав заявку, получить отклик в виде вот такого подарка. Жители, на самом деле, с огромным энтузиазмом отнеслись к тому, что действительно их дворы будут благоустраиваться, что они хоть будут как-то преображаться. На сегодняшний день это очень востребованная программа. Перечень дворовых территорий, в которых жители уже проявили себя, и на будущее, в том числе, он список достаточно исчерпывающий. Вот, и большим спросом пользуются, конечно. За последние 2 года в промышленном районе по национальному проекту «Жилье и городская среда» в порядок привели 13 дворов. В этом году в плане рекордное количество площадок – 11. Ремонт дворов в Самаре обсудили на еженедельном совещании у главы города Елены Лапушкиной. Подрядчики тоже понятны, свои обязательства исполняют. Да. Да, со всеми встречаемся, общаемся, на месте корректируем. Правильно я поняла, что дворы, которые идут у нас по программе КГС, к 1 сентября вы тоже все успеваете? Да. Главу города заверили, что все работы идут по графику, и к концу лета все объекты должны быть готовы. Мария Левина, Василий Колдашов, события.